Что случится со мной через 1000 лет? Или вот, например, через год или 10? Он когда-то сказал, ничего у нас нет. И не будет уже ничего. Не надейся. И сложилось в груди все, что сжаться могло. И сгорело. Дотла. Ничего не осталось. Что душой кривить? Мне жилось тяжело. Я пыталась дышать. Но, увы, задыхалась. Но и это ушло. И софитовый свет освещает меня в незнакомые лица. Я ищу в них тепло. И я вижу ответ. Я верю, что больше беды не случится. И мне нравится это. Чуть что, на вокзал. И бежать. От себя. Но бежать еле слышно. А потом он расскажет, что он меня знал. И любил больше жизни. Да как-то не вышло.